В январе 2016 года кредитный потребительский кооператив «Народный капитал» отпраздновал свое 4-летие. Подробности о его работе расскажем в следующем сюжете. Кредитный кооператив «Народный капитал» был основан в январе 2012 года. Центральный офис кооператива расположен в городе Екатеринбурге. Наша компания работает и успешно развивается на рынке оказания услуг. С мая 2015 года было открыто 7 обособленных подразделений в Свердловской области и одно подразделение в Республике Бурятия. В планы компании входит постоянное расширение филиальной сети. Открытие новых филиалов позволит нам стать ближе к своим клиентам. Кооператив работает в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы работаем с пайщиками. Согласно уставу, наша деятельность заключается в том, что пайщики пользуются нашими услугами, как в виде вклада, так скажем, личных сбережений, так и пользуются займами. Мы выдаем потребительские займы, а также целевые займы под материнский семейный капитал на покупку либо строительство недвижимости. В кооперативе можно выгодно разместить свои сбережения и получить достойный доход. При этом работа кооператива прозрачна, а пайщикам предоставляют полную информацию по всем возникающим у них вопросам. Именно это и привело Сергея Алексеевича Филипенко. Мужчина доверил свои сбережения народному капиталу. Сейчас он получает хорошую прибавку к пенсии. Я клиент этого филиала уже полгода. Увидел народный капитал КПК. Там проценты поменьше были, 20 с небольшим, но описание все, расписки, какие месяца и аннотация клиентов. Я заинтересовался. И мы с женой взяли с книжки все, что у нас было, пришли сюда. Потому что на пенсию нереально что-то накопить на что-то. А тут, когда снимешь проценты, можно и отдохнуть, съездить, и какую-то вещь добротную купить. Мы сюда уже ходим как в гости к родственникам. Тут акции всевозможные, чаепития проводятся. Кредитный потребительский кооператив «Народный капитал» поздравил своих пайщиков с Новым годом и Рождеством. Мероприятия прошли в городе Асбесте и в городе Алапаевске, а также в офисах кооператива. Пайщики кооператива получили массу удовольствия от концерта, бесед за чашечкой чая, общения и, конечно же, приятных подарков от кооператива. Было приятно слышать от наших пайщиков слова искренней благодарности, полное тепла и доверия кооперативу. Спасибо всем, кто пришел на этот праздник. Это помогло всем нам почувствовать, что мы – это одно целое. Хороший и добрый кооператив, именуемый «Народный капитал». Народный капитал, ты нам уже так много дал. И здоровья, и души. Твои подарки хороши. Идем сюда мы как домой. Ты стал для нас совсем родной. Желаем дальше так шагать. Расти, расти и процветать. Народный капитал предлагает различные сберегательные программы для людей с разными возможностями. При минимальной сумме взноса 5000 рублей по программе «Народный капитал» клиент получает доходность от 15 до 21% годовых, в зависимости от срока действия договора. Еще один признак надежности кооператива – это время его работы на рынке и наличие учредительных документов. Адреса филиалов и номера телефонов вы можете также посмотреть на сайте кооператива «Народный капитал». Многие жители Свердловской области уже стали пайщиками кооператива «Народный капитал».